Умные технологии все активнее проникают в нашу повседневную жизнь. Цифровое будущее обретает реальные очертания благодаря цифровым датчикам, умным светофорам, интеллектуальным системам распознавания, беспроводным сетям, облачным сервисам, всем тем, что наполняет город огромным количеством цифровых данных. Мы вправе ожидать, что умные технологии сделают нашу жизнь лучше, комфортнее. Произойдет ли это в действительности? Новые технологии предъявляют новые требования к муниципалитетам со стороны горожан и бизнеса. Именно от скоординированной работы муниципальных служб и их готовности в короткие сроки обрабатывать большие объемы информации и оперативно принимать решения зависит успешность таких проектов, как «Умный город». Справиться с такой задачей поможет уникальная технология Lean Smart City, разработанная на принципах производственной системы «Росатома» с учетом потребностей средних и малых городов. Применение принципов Lean Smart City направлено на повышение эффективности управленческих процессов муниципалитета, сокращение потерь и времени протекания процессов, экономию ресурсов, а также вовлечение жителей в вопросы городского развития. Проект Lean Smart City уже реализован в городе Сарове Нижегородской области. По оценкам администрации Сарова, внедрение технологии бережливого умного города приносит не менее 7% экономии городского бюджета в год. В разы сократилось время решения таких городских проблем, как контроль движения и диспетчеризация общественного транспорта, устранение ям на дорогах, ликвидация несанкционированных свалок, предоставление видеозаписи из городской системы видеонаблюдения. Lean Smart City – это доступный и эффективный инструмент управления городскими службами, повышение скорости реагирования на запросы граждан и бизнеса, получение обратной связи и вовлечение жителей в процесс создания более комфортной и безопасной городской среды.